В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев, один из которых совершил убийство и захватил заложника в ноябре прошлого года. Старшему 26 лет, младшему 21 год. Братьев обвиняют в совершении 5 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совместных. Младший попался в микрорайоне Солнечный. При распитии спиртных напитков юноша повздорил с мужчиной и убил его ножом. Затем пытался расправиться со свидетелем, но он сбежал. Затем обвиняемый, используя нож в качестве оружия, захватил и удерживал в вышеуказанной квартире 18-летнюю девушку, выдвинув прибывшую на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов требования в качестве условий ее освобождения и сохранения жизни. Подтверждая сотрудникам полиции серьезность своих намерений, он совершил надругательство над телом убитого им в квартире мужчины. В ходе расследования была установлена причастность братьев к целому ряду преступлений, совершенных в Магадане, как группа лиц, так и по отдельности, среди которых грабежи и мошенничество в отношении беззащитного инвалида, имеющего психическое заболевание, вымогательство, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью потерпевших, кража. Все уголовные дела, возбужденные по фактам совершения указанных преступлений, были соединены в одном производстве.